Тейково, улица Красная. Историческая застройка фабричной больницы товарищества Александра Каретникова с сыном сохранилась в западной части владения. Наиболее старое здание комплекса, по-видимому, старый усадебный дом середины XIX века. Двухэтажный кирпичный оштукатуренный объем, стоящий в северо-западном углу участка. За ним, по правой стороне дорожки, идущей через весь участок, расположены маленькая кирпичная часовня и одноэтажный деревянный корпус, возведенные во второй половине XIX века. Вдоль ограды с воротами, выходящей на параллельную улицу, поставлен одновременный им протяженный кирпичный корпус, второй этаж поздний. Краснокирпичные постройки на остальной территории, в основном двухэтажные, сменившие первоначальные, относятся к середине XX века. Деревянный корпус второй половины XIX века характерен для времени эклектики. Рубленный из бревен с остатком, П-образный в плане, он завершен двускатной кровлей с фронтонами на фланговых ризолитах, обращенных к больничному двору. На фоне бревенчатых стен, поднятых на невысоком кирпичном оштукатуренном цоколе, отчетливо выделяются венчающий карниз с гладкой фризовой доской и крупные наличники прямоугольных окон, украшенные объемной резьбой. Ограда с воротами – вторая половина XIX века. Ворота состоят из двух поставленных по сторонам проезда прямоугольных пилонов, прорезанных арочными калитками. Их эклектичный декор определяет сдвоенные филенчатые пилястры на углах и невысокие фигурные аттики. От первоначальной ограды сохранился лишь цоколь с прямоугольными тумбами. Металлическая решетка утрачена. Кирпичный корпус в формах эклектики имеет план в форме сильно вытянутого по продольной оси прямоугольника. Второй этаж надстроен в советское время. Поэтажное членение фасадов подчеркнуто узким межэтажным и венчающим карнизами. Планировка коридорного типа. Усадебный дом середины XIX века. Довольно крупное прямоугольное в плане здание возведено в традициях классицизма. От первоначального фасадного декора сохранилась лишь легкая раскреповка, объединяющая четыре центральных окна первого этажа на уличном фасаде в 10 оконных осей. Прямоугольные равномерно расположенные окна прежде были украшены сандриками. Следы такого сандрика читаются над одним из верхних окон на дворовом южном фасаде. Часовня. Вторая половина XIX века. Миниатюрное сооружение в духе эклектики, квадратное в плане, со срезанными углами, завершено невысокой изогнутой кровлей с узкими диагональными лотками. Центр западного фасада отмечен фигурным аттиком. Фасадный декор здания составляет лопатки на флангах основных граней, украшенные вертикальными филенками в нижней части и небольшими фигурными накладками в верхней. По сторонам проемов помещены выполненные вкладки, фигурные накладные доски с крестообразными нишками в центре. Внутри помещения церкви выполнено низким восьмилотковым сводом. Больница расположена среди городской застройки на одной из основных улиц, ведущих к центру города. Заложена в 1865 году при фабрике товарищества мануфактур Александры Каретниковой с сыном. По принципам планировки и архитектурному облику характерна для фабричных больниц пореформенного времени.